На календаре понедельник, с вами Барлейдер, и это видеоигровые итоги недели. Новостей развелось слишком много, порой они слишком мелкие, чтобы читать все подряд, но я прослежу, чтобы вы были в курсе всего самого главного. Если же захотите подробностей, то подготовленные нашей командой текстовые материалы всегда есть по ссылкам. На этой неделе поклонников Red Dead Redemption ждал очень приятный сюрприз. Компания Rockstar подготовила краткий рассказ обо всех ключевых персонажах грядущего сиквела, да еще и оформила его стильно и интересно. Девушка из Ирландии, спившийся пастор, скрывающийся от законников сирота, в банде на Диком Западе можно найти очень разных людей, но именно эти личности и их отношения между собой должны сделать Red Dead Redemption 2 запоминающейся и колоритной. Неожиданно много всего мы узнали и о героях 11 Dragon Quest. Кто они, почему примечательны, каков их характер и в чем их сила. Описания столь увлекательны, что как будто бы и не читаешь, а уже словно играешь в яркую и долгожданную JRPG. Ну а для тех, кто наиболее любознателен, наш главный редактор составил ретроспективу всей серии. Dragon Quest — это классика, а потому ее надо знать. И опять персонажи. Компания Bandai Namco добавила в Tekken 7 еще двух бойцов. Бывшего копа Лея Улуна и соблазнительную Анну Уильямс, младшую, но ничуть не менее опытную сестру Нины. Фанаты игры прекрасно знакомы с этими героями и наверняка ожидали увидеть их в базовой версии Tekken 7. Но, к сожалению, за Лея и Анну нужно еще доплатить, если вы не купили заранее сезонный абонемент. На консоли заглянула и еще одна пачка уже знакомых вам старых новых героев. До Xbox One и PlayStation 4 добралась Final Fantasy 15 Pocket Edition. Если оригинальная версия этой JRPG кажется вам слишком длинной и сложной, то обратите внимание на порт с мобильных платформ. Позже карманная версия выйдет еще и на Switch. И вот там за неимением полного оригинала наверняка будет успешно. На Xbox тем временем стала доступна полная версия PUBG. Понятно, что это формальный релиз, и PlayerUnknown's Battlegrounds будут еще улучшать и допиливать, но играть и получать удовольствие можно прямо сейчас. Только учтите, что Королевская битва затягивает. Многие критиковали эту игру и не понимали, что в ней интересного, а потом как попробовали, и больше их с нами нет. Не нужны им больше ни спайдермены, ни платины. Человек-паук, между тем, тоже вышел, но вы и без нас это знаете. Мы только напомним, что особые дисковые издания застряли где-то в пути и поступят в продажу примерно через неделю, а то и через две. Кроме того, появился релизный трейлер игры, и он попросту клёвый. И, наконец, новинки для Switch. Их обещали продемонстрировать в специальной трансляции на прошедшей неделе, но из-за землетрясения на Хоккайдо перенесли. В качестве компенсации случился анонс Sid Meier's Civilization 6. На гибрид выйдет одна из лучших пошаговых стратегий в истории. Поговаривают, что это будет порт не с PC, а с iPad. И это логично, но даже так возможность поиграть в Циву в дороге нас очень радует. На этом у нас все. Не забывайте поддерживать нас лайками и комментариями. И до встречи на просторах портала strateg.ru.